Блин, долбанный стул, а капец какой-то. А что это моя хозяюшка-мастерица ругается? Что тут делаешь? Во, ну стул, гвозди не крутятся, уже он руку намозолила. Что, прям плохо крутится, что ли? Ну, устала. А ты отвертка, что ли? Ну-ка, дай-ка отвертку. Да, вот. Сейчас тебе помогу. Спасибо. Ой, что это? Шурупер, смотри. Вот это в одну сторону крутится, это в другую. Угу. Да, держи, смотри, не перепутай. А это мне? Да, ну им удобнее крутить, чем отвертка эта. Давай, не ругайся. Спасибо, помог. Любимая, ты что, у меня такая грустная? Давай я тебя сейчас развеселю. Вот отгадай загадку. Давай. Между ног болтается, на х начинается. Хвост. Нет, не хвост. Че, пошлое что ли? Не, не пошлое. А че это может быть? Да люстра это. Да, при чем здесь х-то? Потому что хрустальная. Ага, а че она между ног-то болтается? Ну, моя люстра. Куда хочу, туда и вешаю. Я что-то не поняла. А что ты мой ноутбук-то взял? Какого хрена? Это я хотел с тобой поговорить. Это я не понимаю. Ты меня, главное, на рыбалку целый год не отпускала. Я решил посмотреть на нее в интернете. Открываю ноутбук, открываю интернет. Там открылась куча страниц. Да на каждой странице мужики голые, да накачанные. Да ты че, Геночка, правда что ли? Ты целый год не был на рыбалке? Ты меня не отпускала целый год на рыбалку. Тебе надо срочно туда съездить. Давай, собирайся, давай, бегом. Погоди. А с мужиками-то с этими-то что будем делать? А что с мужиками? Хочешь Валерку бери, хочешь Коляна, с кем хочешь езжай. Давай бегом. На тебе вот удочку даже, на, бери скорее. Давай, бери удочку, все, езжай. Так это сломанная удочка у меня. Я тебе денежку дам, новую купишь. У меня и лодка дырявая. Но... И лодку купишь. Давай бегом собирайся. И хочешь, даже с ночевой можешь поехать. Классно. Тогда я Коляну сейчас позвоню. Давай. Чтобы это... А, подожди, а деньги-то где? Я тебе на карточку скину. Давай бегом. Ладно, давай все. Давай до завтра. Ага. Мама, а я все съел. Ой, какой ты молодец, сынок. Вот поэтому мы и хотим, чтобы ты быстрее съехал от нас. Дорогая, а где моя красная футболка? Ну, в шкафу слева на нижней полочке лежит. Ага. Дорогая, а где у меня красные носки? В шкафу справа на верхней полочке. Блин, вот я когда жил один, у меня все валялось на своих местах. А сейчас, когда мы женились, у меня все аккуратненько лежит, хер где. Аген, может быть, котеночка с тобой заведем? Да ну нет, они ходят, срут по углам, не хочу. Может быть, тигреночка? Ты что, хочешь, чтобы по углам мы ходили и срали, что ли? Нет, спасибо. Так, ну вот я подписал договора аренды. Это ваш экземпляр, это мой. Так, ключи. Так, ну у меня всего один экземпляр ключей, но вы же одна будете проживать? Да, конечно, одна, да. Тогда мы с вами... Давайте, всего вам хорошего. Все, удачи. Давайте, до свидания. Все, давайте. Идите. Телефон забыл. Это что такое-то, а? Гена, я не поняла, какого хрена у нас Саня дома, а? Да он с женой поругался. Переночует у нас внучку. Завтра помирится и уйдет, все нормально. Ген, убирай его быстро из нашего дома. Все, не будет он здесь ночевать. Все, отводи его. Пусть он домой идет. Твою мать! Саня! Саня, ты балбес! Ну какого хрена ты в холодильник-то полез? Ой, ё-моё, давай влази оттуда. Ген, вот я продукты купила, на, разбирай. А где кола? Я забыла. Ну ты же знаешь, что я каждый день пью колу. Ну прости. Ну смотри, а сейчас же Новый год, загадай желание, чтобы она у тебя прям из крана бежала. Че, ты может сработаешь что ли? Конечно. Дедушка Мороз, сделай пожалуйста так, чтобы у меня из крана шла кола. Ладно, я пойду руки помою. Давай. Ген, там фонтан из колы. Где? Там. Побежал.
погнали. Генуль, что-то так вкусняшек каких-нибудь хочется. Может быть, роллы закажем? Ну, любимая, ну деньги нужно тратить с умом. К тому же мы с тобой экономим. У тебя еще и целый холодильник всяких разных продуктов. Возьми и приготовь что-нибудь вкусненькое. Че, у тебя денежки закончились? Закончились. Да я сегодня премию получила, так что я покупаю. О, слушай, возьми мне тогда Филадельфию и еще пиццу 4 сыра. И колу еще. Ладно. Ну, я тебя люблю. Тебя тоже. А давайте мы сейчас с вами проведем один очень интересный эксперимент. Check the mic and make sure it sound right, boys. Мне нравится. Плохо? Да, мне очень нравится. Да. Для мужского запаха, мне кажется, довольно необычный. Ну, не знаю, 10. Ребят, представляете, я вчера смотрел эфир, и там один известный блогер так ужасно себя вел. Он в прямом эфире пил пиво, матерился и ругался таким отборным матом. Я просто в шоке был. Я вообще вот поражаюсь, как так можно вести себя? Ген, помоги мне убраться в квартире, пожалуйста. А, сейчас, любимая, конечно, 2 секунды. Спасибо. Ген, ты куда? Ну, убираюсь из квартиры, чтоб тебе не мешать. Ген, знаешь что, меня это все достало. Что? Да ничего, ты 3-й месяц сидишь дома без работы, нифига не делаешь. Я одна за все плачу, я уже устала. Собирай свои вещи и уходи из этой квартиры. Ну, может быть, мы как-нибудь с тобой договоримся все-таки, а? Нет, я приняла окончательное решение. Ну, тогда знаешь, тогда собирайся и сама из этой квартиры уходи. Я-то с чего? Я ее снимаю, я ее оплачиваю. Потому что эта квартира моя, по документам, я ее хозяин, и все это время ты снимала ее у меня. Как? У тебя есть собственная квартира? Да, представь себе, у меня вот эта квартира в центре города, это моя квартира. Ну, давай тогда договоримся. Дорогая, ну ты знаешь, ты сама сказала, что приняла окончательное решение, поэтому собирай свои вещи, дверь вон там, давай до свидания. Что, без вариантов? А? Без вариантов? Да все уже, надоело мне. Найду себе новую. Ну, пошел ты. Пылесосить. Почему? Да мама сейчас позвонила, у них не получается с папой приехать. Теперь не знаю вообще, когда они приедут. Блин, я как дурак еще весь унитаз вычистил. Я вообще как дурочка все окна перемыла. Ты что теперь делать будем? Не знаю. Добрый вечер. А почему вы со мной не здороваетесь? Что? Ничто, я с вами каждый раз здороваюсь, вы со мной не здороваетесь. Почему? Ну, наверное, я был занят своими мыслями. Что у тебя за такие мысли-то? Поздороваться даже не можешь. Ну вот вы со мной постоянно здороваетесь, я думаю, что вы ко мне подкатываете. А я, между прочим, женат. А да нахрен ты мне нужен, блин? Обосрался этими стульями, блин. С
Слушай, дорогая, я тебя давно уже хотел спросить, почему ты вот когда жаришь сосиски, ты у них концы вот зубцовно отрезаешь? Для чего это? Слушай, мне самое интересное. Так просто делала моя мама, она научилась у своей мамы, моей бабушки. Но тебе самой никогда не было интересно узнать, вот для чего вы так делаете это? Ну давай я позвоню бабушке, узнаю. Давай звони. Интересно, сейчас, секунду. Алло, бабуль, привет! Привет, внученька! Бабуль, скажи, вот мы когда сосиски жарим, у них концы с двух сторон отрезаем, а для чего мы это делаем? А что вы до сих пор их жарите на той маленькой сковородке? Ой, блин, спасибо, бабуль, давай, здоровья тебе, пока. Капец, блин. На сковородке мы их жарим, на маленькой. Ну, хотя сковородка огромная, там они в два ряда. Я уже 20 лет их так жарю. Да. Я думала, концы какие-то плохие, наверное. Нитраты, наверное, там в них содержатся, да? Ну. Вот так вот. Вот бабуля. У нас вот у мужиков не жизнь, а зебра. Чего это? То блондинка, то брюнетка. А у нас вообще получается зоопарк какой-то. Ну это почему еще? Ну как, то козел, то баран, то олень. И крюшки тоже. Мужчина, что вы тут делаете? А тут-то что собрались делать? Елку к Новому году хочу срубить. Что непонятного? Так нельзя здесь рубить елочки. Почему? Ну как почему? Это же двор. А я думал, это лес. Нет.